Выставка «Куклы мира. Игровая география» в выставочном зале на Покровской включает более 90 кукол из почти 20 стран мира, охватывая столетия. Это совместный проект музея-заповедника «Родина Ленина» и ульяновского коллекционера Ларисы Чечевицыной. Мы с вами можем здесь увидеть куклы как Европы, так и Востока, да, так и Латинской Америки можем увидеть. Есть некоторые отдельные витрины, которые посвящены уже конкретно именно, ну, точно этой стране. Да. Допустим, есть немецкие куклы, есть куклы из Великобритании, есть куклы итальянские тоже, большое количество. Вот. Есть две круговые витрины, в которых изображены куклы США. Как рассказывает коллекционер и педагог Лариса Чечевицына, первая кукла советского производства в ее коллекции появилась случайно, примерно около 6 лет назад. Теперь в собрании коллекционера более 300 кукол. Здесь собрано большое количество кукол, которые принадлежали жительницам нашего города. Даже это может быть не обязательно советская кукла. То есть вот есть кукла из Эфиопии, которая попала сюда к нам в город как подарок, который был привезен из командировки сотрудникам УАЗа в подарок своей дочери. Есть немецкая кукла тоже, которая принадлежала жительнице города. Год производства самой возрастной куклы выставки, а соответственно самой ценной, примерно 1910 год. Производитель – известная немецкая компания «Арманд Марсель». Корпус куклы полностью покрыт натуральной кожей, набит опилками. У нее шарнирные ноги и руки и спящие глаза. Есть и очень редкая уникальная кукла, произведенная в Мексике в 1972 году. Ее мимику лица изменяет обычное вращение руки. Интересно, что ни один производитель до сих пор не смог повторить этот механизм. По словам коллекционера, год производства кукол и страну можно определить по клейму. Оно стоит практически на каждой кукле, в том числе и на советских. Выставка будет работать до середины августа. Ирина Антонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.